Но по закону между БМП и Я попробую ответить. Вы поняли, да, о чем вопрос? Пограничники предлагают поставить свой монумент, ну не свой монумент, монумент пограничникам в честь столетия погранвойск. Вот. На территории парка, сквера Победы. Такую же идею предлагают десантники. Такую же идею предлагают морпехи. И вот сидит еще МЧСник в зале. Он тоже говорит, давайте МЧСникам, которые спасатели, там, жизни людей спасают, да, давайте поставим тоже что-то. Я не знаю, может, пожарным с гидрантом. Чего ты смеешься, Алекс? Вот. Мы все эти пожелания учитываем и думаем, как же все это разместить на нашем небольшом сквере, парке или как там, на нашей подкове. Вот это главная боль нашего архитектора Розы Ильясовны. Это первое. Ну и второе, конечно, средства, на что это все будет ставиться, на что это будет строиться.